Эшелон «Победы» путешествует по Югре. Накануне железнодорожный состав останавливался в Пытьяхе и Нефтеюганском районе. Сегодня он прибудет в Сургут. Все желающие смогут зайти внутрь, сделать фотографии и задать вопросы экскурсоводу. Стоит отметить, что поезд, запущенный в честь 77-й годовщины Победы, это не реплика, а оригинальные отреставрированные вагоны, которые использовались во время Великой Отечественной войны. Жителям города покажут кухню, хлебопекарню, электростанцию, аптечно-санитарный пункт, а также вагоны офицерского и рядового составов. Увидят сургутяне и образцы исторической военной техники. В прошлом году посмотреть на легендарный эшелон здесь приехало почти 5000 человек.